урожай. Хотя мы уже план собрали, видите, сколько еще ягод. Знаете, чем земляника от клубники отличается? Если перечислить тех, кто к нам приезжает проверять, это одного листа бумаги не хватит. Все придется писать, 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 писать и дальше. А у них такого нет. И поэтому мы конкурентно не способны. И поэтому государство, которое входит в ИТО, ну, крестьяне говорят, слушайте, вы сначала подготовьтесь. Сначала сделайте, уберите административные барьеры. Сделайте, чтобы эти монополисты типа газовиков, энергетиков, нефтяников не сделали с нами, что хотят. Значит, чтобы у них были равные условия. И опять же, смотря где, вот я помню, что мы как раз-таки... Заранее обязательно сообщить. Есть серьезное опасение, что для многих отраслей российской промышленности, сельского хозяйства, это будет губительно, потому что они просто станут беззащитными на фоне мировой конкуренции и будут задавлены. И многие люди лишатся рабочих мест. Для России это безусловный прогресс, это унификация правил игры, и это возможность доказать всему миру, что мы можем конкурировать, производя нечто, а не только нефть и газ. Честно, идеально. Выигрыш социальный для всего населения, для потребителей, возможно, значительно превысит неприятные последствия для населения в тех регионах, где сконцентрированы заведомо неконкурентные производства.